Одинцовские единороссы вместе с представителями окружной общественной палаты, благотворительного фонда помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов и терроризма, одинцовскими сторонниками партии, малогвардейцами и участниками движения «Серебряные волонтеры» собрали и отправили две машины с гуманитарной помощью для Донбасса. В составе груза 2 квадрокоптера, 700 комплектов термобелья, 700 палаток, подушки, одеяло, продукты питания и другие товары первой необходимости. Каждую неделю машины с гуманитарной помощью отправляются от Одинцовского городского округа. Только за последнее время было подготовлено и отправлено 9 гуманитарных грузов. Работа по сбору помощи продолжается. Одинцовская «Единая Россия» максимально активно включена в этот процесс, сообщила исполнительный секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Андреева.